Просим оказать содействие в расследовании гибели ребенка. По данным следствия, 7 июля 2018 года, не позднее 16 часов, водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по улице Рябиновой, СНТ Светлый Калининского района, у дома номер 14 совершил наезд на встречного велосипедиста. Ребенок, управлявший велосипедом, погиб на месте. В ходе расследования уголовного дела установлено, что свидетелями ДТП стали водитель и пассажиры автомобиля марки Hyundai черного цвета, которые, возможно, приезжали в СНТ Светлый в гости к родственникам или знакомым. Следственные органы СК России обращаются ко всем гражданам, которые обладают какой-либо информацией о водителе или пассажирах автомобиля Hyundai черного цвета, сообщить ее по телефону Следственного управления СК России по Тверской области по указанному телефону. В Тверской школе номер 16 старший инспектор регионального следственного комитета Алексей Варфоломеев провел урок о правилах зимнего безопасного отдыха. Представитель следственного управления рассказал кадетам 10 класса юстиции и учащимся 4 классов об опасных ситуациях, которые могут привести к травмированию при занятиях зимними видами спорта. Площадки для катания на тюбинге, ватрушках или ледянках только на первый взгляд выглядят безобидно. Укатанная поверхность горок, а также многочисленные препятствия вокруг, могут причинить серьезный вред здоровью. Соблюдая правила безопасности, необходимо кататься только на специально подготовленных горках и трассах. Необходимо убедиться в надежности горки и спуска и в том, что рядом с горкой нет деревьев и столбов уличного освещения или забора. Нельзя привязывать санки, ледянки и тюбинги к машинам. Это опасно для жизни. А еще Алексей Варфоломеев предостерег детей от выхода на лед водоемов, разъяснив основные правила поведения в случаях провала под лед, а также при оказании экстренной помощи человеку, оказавшемуся в ледяной воде. В ходе урока дети посмотрели специальный видеорепортаж. СК России предупреждает об опасностях при организации активного зимнего отдыха.